Итак, всех приветствую. Ну что, продолжаем вторую главу. Ох, ничего мы тут наловили-то. Здоровья почти нету. Давайте-ка исправим все это безобразие. Так. И уберем подпоры. Раз у нас есть теперь чем все это хозяйство убирать. Отлично. I don't have everything I need. Этого у нас еще нету. Так, а это что? Ага, ключик какой-то от погреба. The Barlow lens. Чтобы удвоить увеличение телескопа, просто вставьте линзу Барлоу в инструмент. Потом с помощью регуляторов настройте расстояние между линзами, что делается без труда, глядя в окуляр. Найдите положение, при котором изображение будет ясным и плоским. При правильной настройке телескоп покажет четкую картинку с великолепным увеличением. Все, больше ничего интересного здесь нету. А жаль, а жаль, а жаль. Ее уже здесь нет. Она ничего не оставила нам? Нет, ничего не оставила. It's blocked. Завалено? Ну, наверное, всю... Ой-ой-ой. А, я понял. Да в смысле? Ну, вообще, мы должны были нарваться на это еще ровно в тот момент, когда подобрали дробовик. И должны были его здесь так испытать сразу. Ну, я что-то благополучно забыл про это, и вот получилось, что получилось. И все здесь нормально. Okay, so давайте вспомним, что у нас тут вообще происходит. Так, найдите котельную дроссета, которая упоминается в блокноте. Ага. Ну, она внизу. Ого, это от нас кровь, что ли, льется? Ничего себе. Вроде бы тут больше ничего нового не появляется. Можно сильно... О, хотя... Вот это появилось. Так, а тут? Нет, у нас еще нет нужного ключика. А от какой гостиной это ключ? Что-то я не помню. Не от этой? I need the key. Нет, а от какой гостиной? Хотя, чё, парюсь, я по карте могу посмотреть. Гостевая. Прачечная, котельная. Погреб для продуктов и вин. Вот, гостиная на третьем этаже находится. А, на втором. А, где лестница для прислуги? Все, я понял. Да-да-да, идем туда. Как-то она совсем неуверенно дергает дверь. Вот, да-да-да-да-да. И здесь-то мы сейчас и пройдем. It's wet shut. It worked. Thank you.
И, сколько я знаю, здесь нас пока ничего не интересует. Ага. Сюда тоже пока не идем. Так, это я в начало вернулся. Не в ту сторону пошел. О, другое дело. Так, а гостиная... Подождите, в конце? Что-то я не понимаю. А, в зал выйти вот сюда. И типа вот она откроется. Да, точно. Ну уже, Грейс, мне сейчас не до игр. Я даже дам тебе поиграться своим складным ножом. О, ну привет. Вы тут маленькую девочку случайно не видели? Нет, по-моему, нет. Такое вы бы запомнили. Ребенок настолько сумасшедший, что его сюда упрятали. В комнате, выходит, ее нет? Да где уж там, вечно бегает где-то и переполох устраивает. В угол ее попробуй загони. Хотите сделать глоточек? Обойдусь, спасибо. Что ж, мне пора, разве что вам от меня нужно что-нибудь еще. Я просто хочу отыскать дядю, пока с ним ничего не случилось. Не волнуйтесь, мисс, он объявится. Прикончить себя ему духу не хватит. Что? Это его заветная мечта. Вы не знали? Берегите себя. Так, и что, он ключ не обронил? Как это было, когда мы за детектива играли? Нет, не обронил. Маккарфи отправился дальше искать маленькую девочку. Эмили хотела спросить, зачем он ее искал, но передумала из опасений продлить и без того неловкую сцену. Ну да, учитывая, как он к ней яйца катил. Вообще странно, почему он здесь закрылся за этой дверью? Комната Грейс, миленькая. Не переживай, Грейс. Ступай, играй в свою игру. Кричи и реви с остальными. Я не против. Будет еще много маскарадов, но я буду очень признательна, если ты закончишь мою маску до праздника. Ага, с любовью, Рут. О, здесь еще рисунков нету. Его пока взять нельзя, но и формально в коллекции-то он у нас уже есть. Так, и здесь склянки нужно составлять. Это должна быть спальня Кассандры. Ну а чего я еще ожидала? Чего-то более изысканного? Да, вот баночек не хватает. Что это? Следы гнили на этикетках бутылок с лекарствами указывали на то, что... Ну, что-то большее. Их просто нужно было расставить в верном порядке. Но для чего? Да, для чего-то. Так вот, одна из них здесь есть. Сразу же ее можно поставить.
Мисс Боригар, сегодня я забрал ваше лекарство с почты. Вы понимаете, что для вашей же безопасности его должны выдавать санитары. Я оставил коробку в комнате Лотти. Уверен, что она скоро зайдет. Ага. Вот. И нам эту коробку нужно открыть, чтобы достать оттуда лекарство. I think I've seen this somewhere. Вы знаете комбинацию замка? Ну, это несложно, с одной стороны. Можно просто там от фонаря крутить, рано или поздно оно откроется. Но это нужно делать, когда у меня скляночки будут на руках, потому что там на них номера. Да? Мне их не дадут... Мне их не дадут покрутить ровно до того момента, пока мы не найдем всех. Так, в комнату Лотти. В приемную не попасть. Ну, давайте в котельную сходим тогда, чё, за неимением вариантов. А какие у меня ключи, кроме ключа от котельной? Да, ключ от погреба у меня. Это хорошо. И, собственно, да, вот эта коробочка, которую нам надо открыть. О! Ничего себе. Раньше я это не находил. 1000 детей. Yeah. Это первый предмет, который мы за нее нашли. Знаете, мистер Уэйтс, я видела часть тарелки, которую разбила Лиза. Мне кажется, она их прячет. А прятать она их не умеет. Просто швырнула ее в комнатушку со всеми инструментами позади котла. Я оставила ее там. Не хотела смущать ее и подбирать, пока она смотрела. Вместо этого мы поднялись наверх и сыграли в нарды. Я поддалась, потому что она такая несчастная. Часть была похожа на ту, что выставлена в комнате Кассандры. Вы о ней уже знаете, да? Или у вас правда настолько плохое зрение? Надеюсь, что ваши очки вас не расстраивают. Вы выглядите глупо только тогда, когда щуритесь. Может, если бы у вас было больше глаз, вы бы видели эти вещи. Хотелось бы, чтобы у вас были все еще нужные вам глаза. Ваша любимая гостья Грейс. Да. Что это такое? Похоже на гниль. Еще одно блюдо для талисмана. Тоже разбито. И частей не хватает. Вот, сходили мы здесь наконец-то, потрогали все. Ага, и тут уже закрыто. О. Опа, опа, побежал, зараза. Ага. Выключите электричество. I guess this works too. Берем вентиль. И вроде бы здесь больше ничего интересного для нас нету. Ага, включить назад нельзя. Вот это да.
Ух ты, лопата здесь появилась. Да я знаю, что ты здесь. Ты чё? Чё? Джереми? Что за чертовщина? What? Погодите, тут было мертвое тело. Или мне привиделось? Ха. Один кусочек забираем. Тело клерка Дорсета превратилось в какое-то глазастое отродье, прежде чем внезапно исчезнуть. Без сомнений, все это ей просто чудилось. Ужасное видение, насланное темным человеком. Здесь ничего нету. Нет, ничего нету. Вставляем это хозяйство сюда. Отлично. Что у нас дальше? Узнайте комбинацию замка, почините декоративную пластину на котле, найдите пропавшие флаконы. Вот, флаконы мне нужны. Так, туда я пока не могу. Там мне нечего делать. А все же ключи такие примечательные плюс-минус у меня уже закончились, как я понял. Флакон, очевидно, здесь. Но ключа такого у меня нету. Где его взять, я не помню. Я его нашел фактически там сразу, когда за детективой проходил. Что там заиграло? На секунду буквально. Ай-ай-ай-ай. Да ладно, фух. Выбрался. Здесь ничего нового точно не появилось. Здесь тоже вряд ли что-то появилось. Ага, закрыли. Ну, пойдем по комнатам лазить, что делать тогда. Сюда еще загляну. Изнутри закрыто. Что-то я упускаю. Может, сейф я могу уже открыть?
Looks sturdy. Doubt I'll be opening this. Охо-хо. Сильно понятнее не стало. Даже от этой штуки у меня все еще нету ключа. Хотя я ее за детектива тоже намного раньше открыл. Намного раньше, чем вот сейчас, например. Оп-оп-оп, проскочил. Успею, успею, успею. Нет. Подавился немного, успел кое-как микрофон выключить своевременно плюс-минус. И здесь ничего нет, да что за дела вообще такие? Что же делать, что же делать? Надо. Там это выход комнатам. Ну, может, по винтовой лестнице походим. Там вроде бы на чердак еще проход закрыт, насколько я помню. А вот спуститься вниз мы вполне можем. О, какие-то рельсы можно подобрать. Да, патроны. Так, там какая-то суета слышится. Это я помню. Так было и в прошлый раз. Ключа от этой двери у меня нету еще. Блин, надеюсь... О, нашли я. Малую. И вон ключ вроде бы лежит как раз. Вы на пианино играть умеете? А что? Вы же гувернантка. Этих надоедливых детей Казанову вы учили играть на фортепиано? Чё, Казанову? Откуда ты об этом знаешь? То, что взрослые не замечают детей, не означает, что мы не замечаем вас. Да, я учила их играть на пианино. А сами-то хорошо умеете? Не настолько, чтобы играть... Оно с чердака свалилось и потолок с собой прихватило. Это Джереми виноват, я права. Никто не знает, что случилось, но вы не ошиблись. Ага, интересно, что это она знает. О, за что? Опа. Что ты делаешь? Ничего ты, козлина какая. Я, пожалуй, пойду. Еще увидимся. И нахера она это сделала? Че она нам вколола? Офигеть.
Укол шприца был почти безболезнен, куда больнее было унижение от того, что ее обыграл ребенок. Эмили никак не могла понять ее поведение. Грейс казалась веселой, но не насмешливой. Может, то была просто игривость? Когда чувства утихли, появилась другая мысль, но... Не могла же девочка ей что-то вколоть, правда? Ну вот, вот. И думаете, вот ключ, кстати, который я приметил. Ой, а я что-то не прочитал, от чего он там? Ключ от коробки лекарств. Супер, вот то, что нам надо. Теперь-то дело сдвинется с мертвой точки. Ах ты засранка мелкая, закрылась за собой, а? Гниль и сюда добралась. Ага. Что за листочек? Так, об обыденности зла. Почивает там нравственность и суровая непочтительность. Беспечные мысли освещены безразличием. Но не зверь вини, коим был когда-то, говорит, о котором наука столь часто. И не злых, не нечестивцев, что грехами полны. Ведь вы сами стоите, и ухмылки видны. Отбрось все свои намерения, благие. На них мы воздвигнем обеты гордыни. Уединение без солнца, за пагубным светом. Не следуй. Пророки уверенности ничего сами не ведают. Так, услышь же меня, мы отмечаем все, потому что и должно быть один в темноте. Что-то сложно читаемо, я не думаю, что это... Ну, это написано как стих, но что-то я не поймал, короче, мотив. Ничего интересного нету. Вот так вот, вышли сюда. Это хорошо. И сразу же можно ключик применить по назначению. Ага. Так, надо уже доиграть, а то что-то я все-таки разболелся. И каждый раз нырять в паузу для того, чтобы привести себя в порядок, начинает утомлять. Ах, ладно. Остались же только баночки. Да. А баночки там уже все, дело с концом. Или не через сюда. Через сюда может. Ну да. Немножко по наитию дошел. Ну погнали. Так, ее можно выбрать и вращать. Ага. Ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Поторопился. Два, пять, семь. Ага, 257. Так. Ага. Так, 2, 3, 4, 5. Рыбы, близнецы. Изи. Все, забрали последний кусок. Идем собирать котел.
Так, не сюда. А сюда. Даже? Нет. Вот сюда. Ага. И все. Поздравляю, собрали. Так, теперь осталось собрать из этого что там пригодное. Ну, я примерно помню, что там собрать надо. Вроде бы да. Вот так. Ага. Так, это сюда. Да, похоже. Похоже. Здесь оставлю. Слушайте, кстати, да, по-моему, это сюда как раз. Нет, вот это точно не сюда. И не сюда, конечно же. Во! Отлично. Отлично. Сейчас с этой звездой только разобраться надо. Хотя правильно вроде бы. А, нет, нифига подобного. Здесь оставим. То есть вот здесь вот лучики эти видно. Во, похоже, да. Да-да-да. Только вот это вот не подходит. Во, да. Так, цифры надо подсмотреть. 7, 5, 9. Или наоборот. А, 5, 7, 5, 7, 9. Все. Нет. 7, 5, 9. Ха. Может, 9, 5, 7.
не угадал опять. О. Талисман показал другую комнату и открылось что-то новое. Ага. Так, ну пойдем смотреть, что... Ой-ой-ой, как все залагало. Во. Сработало. Я в новом воспоминании Джереми. Эмили вышла в сырую ночь и вдруг поняла, что находится на кладбище Лафайет. Давно меня здесь не было, подумала она. А в каком-то смысле она так и осталась там. Что-то не сходилось. Она отправилась на поиски упомянутой в книге часовни в надежде снова увидеть дядю. Окей. Ну, уровень с кладбищем, я помню, он не очень длинный, поэтому я думаю, мы его в эту серию запихнем. Без каких-либо проблем. Давно уж я не посещала семейный склеп. Надеюсь, в реальности он в лучшем состоянии. Здесь ничего. И здесь ничего. Так, сюда надо заглянуть, здесь сундучок. А, нету? Во. Другое дело. Успел камень схватить, к сожалению. Так, складываем диски. Готово. There we go. И кувалда. Отлично. Так, уголек, давай, давай. Супер. Ну, мы тоже подгорели, малеха. Но все контролируемо. Это была часовня, где Джереми обещал оплакивать таинственную Пирози. Может, скоро у нее получится поговорить с дядей и попросить его прекратить это безумие? Ей просто нужно было как-то попасть в часовню. Ага. Так, пока туда не идем. Тут мы выйдем. Это часовня из блокнота Джереми. Похоже, мне нужны еще медальоны, чтобы ее открыть. Ага. Да. Налево или направо? Не зря сходили сюда.
вижу, там еще один ходит. Подожди, давай здесь. Пусть сам идет ко мне. А он не дойдет, кстати. Ну, подождем, подождем, все равно. Так, коктейль Молотова. Другое дело. Туда пока не лезем. Это все. Фу. Ну ладно. Хорошо. Прям точно, да, ничего нет. Готово. Ага, завалилось все само. У нас прям за спиной. Так, и насколько я помню, когда спускаешься туда, то насквозь проходишь туда. Что-то такое. Так, вот лопата новая. А, распятие. А здесь у нас что? Отлично. Причем вначале произошел забавный баг, что она дробовиком махала. Больше здесь ничего интересного нету. Так, чисто ресурсиков немножко. Пойдет. Так, и я, сколько помню, здесь где-то будет супер большое нападение на нас. Сразу сдулся. Так, о, чуть ли не сразу диск нам дают. Ну иди сюда, голубчик.
готов. Все? Закончились? Пойду патроны там соберу, которые остались. Ах, ну да, по-моему, как раз здесь будет нападение. Так. А, что-то типа такого. Нет. Во. Нет. Почему? Вот так вот. Ничего, она носится горелая. Но она явно быстрее детектива бегает, причем она прям ускоряется с каждым шагом. Попадают по мне. Вот и все. Ну, сейчас-то я знал, что делать. И не стал отстреливаться. И последний диск. Я выбралась. Ну да, ну да. О, господи, у меня аж рука дрогнула. Тупо рефлекторно. Здесь ничего интересного нету. О, боже. Ну да, это я помню. Мы ее тоже в прошлый раз находили. Но сильно понятнее как бы не стало, почему так. Ну погнали. Все? Нет? Так, сейчас надо повспоминать. Местами-то их менять нельзя. А, можно.
То есть, наверное, все-таки вот так будем собирать. Ну да, да, наверное, так. А, не докрутил, что ли? А. Что-то никаких подсказок насчет этого я тут, конечно, не вижу. Ну-ка, а если все-таки вот на эти штуки? Нет. Блин, еще бы знать, конечно, как их тут расположить. Тупо наугад. Повезло. Ну, просто, как и в прошлый раз, собственно. Эмили, is that you? Эмили, это ты? Джереми. Джереми. Что ты здесь делаешь? Ты написал мне совершенно отчаянное письмо. Я пришла забрать тебя отсюда. Поверить не могу. Дурацкая ошибка. Я наоборот хотел, чтобы ты держалась подальше. О чем ты говоришь? Я заключил сделку с темным человеком. Пакт, что сбережет Новый Орлеан ценой моей жизни. Нет никакого темного человека, Джереми. Он не может тебе навредить. Почему тогда все это происходит? Как ты можешь до сих пор мне не верить? Ладно, тогда позволь помочь. Не будь наивным. Мы с тобой навеки разделим одну могилу в его засыпанном храме. Мне все равно. Я найду способ. У меня есть талисман, и я знаю о Таруэле. Тише, 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 замолчи. Кто здесь? Покажись. Ты знаешь, кто Эмили? Он забрал твоего дедушку. Нет, я серьезно, кто здесь? Я чувствую, что мы не одни. О! Эмили! О, что-то новенькое. Таруэя. Таруэла, зачем тебе туда, Джереми? Мое все. Так. В последнее время я повидал столько странного. Воспоминания становятся реальностью, а потом угасают. Будто уставшие нити стеклянной колбы. Пейзажи из снов, что упали со звезд и утонули в море. Двери, что ведут в никуда и одновременно повсюду. Все эти размышления навевают мысли о том, что вы каким-то образом нашли непонятный мне способ остаться в живых. Так же, как я научился ориентироваться с помощью своего талисмана. Ваши обширные познания, возможно, показали вам способ. Способ снова меня найти. Может быть, второй или с любовью, Джереми. О. Мне надо чуть больше узнать о контракте, который Джереми заключил с темным человеком. Он собирался в Таруэлу, может, там мы что-нибудь узнаем. Она была красоткой. Интересно, что с ней случилось? Судьба Перози оказалась загадкой для Эмили. Была ли она частью истории Джереми или, может быть, обладала собственной?
Ой, так вот сюда. Несмотря на то, что Эмили сама страдала от проклятия Хартвудов, она никогда не думала, что увидит темного человека собственными глазами. Для Эмили проклятие было в значительной степени психологическим состоянием, а не чем-то, что может внезапно воплотиться в материальном мире. Что это значит? Быть может, и ее собственные демоны вдруг обретут форму? Безусловно, единственным способом получить ответы было найти путь туда, куда отчаянно хотел попасть Джереми, второй Эллу. Вот так вот. Ну что ж, на этом мы тогда закончим. Продолжим в следующей серии. Благодарю за просмотр. Всем пока.